Первое утро в Провансе. Как-то у меня эта кровать ассоциируется с тем, что мне нужно прыгать. Самую красивую деревушку Прованса. Девяносто 95% лаванды в мире производится именно здесь. А сегодня у ребят праздник. Третья годовщина со свадьбы. И поэтому мы в ресторане Макдональдс. Доброе утро. Доброе утро. Первое утро в Провансе. Стили в настоящую прованскую скатерть. Которая больше стала в два раза. Вот, посмотри, какая тема для бутылок. Доброе утро! Доброе. Запомнили, как надо класть? Сначала ложка, потом ложка, потом вилка. Это десерт. Ну ладно, мамуль, давай будем завтракать. Кожаная свадьба сегодня прекрасная. Любимый, ты слышишь? Кожаная свадьба, целуй. Ты моя кожаная. Приятного аппетита! Спасибо! И тебе! Настоящая прованская еда. Суп из пакетиков. Андрей! Какие пакетики? Смотри, какие макароны. Таких макарон в пакетиках не бывает. Откуда макароны вообще? А потом мы возвращаемся, и я здесь прыгаю. Что делаешь? Прыгаю на кровати. Как-то у меня эта кровать ассоциируется с тем, что мне нужно прыгать. You have the restaurant gastronomic, and you have a bistro. Mm-hmm. It's gastronomic, it's expensive, and bistro, it's correct. Там есть как бистро, так и... Там нужно бронировать? It's open. It's open, it's good. Куда мы едем? Мы едем в самую красивую деревушку Прованса. Деревушка Горды. Там снимался фильм «Хороший год». А вот наша машина. Эта деревушка славится вот этим красным камнем. Его здесь же бывают. И оно, как бы, она приходила в упадок, эта деревня. Потом сюда приехали там несколько туристов, пофоткали, что здесь так красиво, ну вот все из красного. Разместили фотографии в сети, и все туристы сюда ломанулись. Музей лаванды, вот, идем. Или он не здесь? Дорожка уже ведет. Добрый день. Андрей. Что? Сейчас я тебя сфотографирую здесь. Территория школы. Идем сюда быстрее. Куда? Олесь, давай сюда. Угу. Снег с дождем. У нас идет баньё. Не, в Лакосте. Мы сейчас в Лакосте. Следующая остановка баньё. Но сейчас мы пойдем посмотрим на какой-то замок. В Лакосте. Шмандуля, что-то там. Шато.
А это деревня Лакост как-то связана с Лакостом фирмой? А я вот думаю, Испании? Да, потому что это французская фирма и деревня французская. Мне кажется, тут все не так чисто. А может, это не тот Лакост? Это тот Лакост. А кто его знает? Может быть, владелец Лакоста родом отсюда. Ну, пойдем посмотрим. Нет, а я это не видел. Там баньё 5 километров, 500 метров. Ну, надо двигаться. Ручьи. Текут ручьи. Любви, наполненной тобой. Да, Машенька. Замок Лакост прекрасен. Красивые ворота. Ворота красивые. Что, еще дальше? А снег идет. Лакост идет. Я ноги. О, зайка! Куда? Куда ты вылез? Идем к Ля-Флёш. Что такое Ля-Флёш? Колокольня. Ну, вот она. Вот она. А от нее к замку. Замок это Маркиза де Сада. В Лакосте, как мы выяснили. Так что он известен не только на весь Лакост. А в принципе известен. А мы, дурачки, не знали. Где нужен друг дверь? А вы там же сюжет прямо. Так, нам надо туда, куда сюда сюжет. Слушайте, ну вы, блин, вообще не археологи, не рад. А подожди. А мы же подписывались под археологами. Маша вообще вот подписывалась. Носить камеру. И снимать бык. На стейджи. И все. Ой, вон смотри, профиль Маркиза де Сада. История какая-то. Да. Памятник Маркизу де Саду. Сняли? Причем поставил Александр Бурганов. И Пьер Карден. Тот самый? Наверное. Это экшен сейчас будет. Там же люди в желтеньком. Ага, уже у него костюм такой. Алло. Андрю, смотри, ты. Как ты? Живая? Живая. Где-то музыка играет. А он уже бежит. Кафе де Франс, оно там сам туда надо? Не знаю, мне уже не надо. Миша, сними, глянь, какой красивый. Эффектно так прогуливается под дождем. Закрывайся. Я его на фотоаппарат. Эффект. Ну ладно, уже все. Ну все, практически мечта место сбывать. Просто погулял в замке один. Один? Да. Мы были в замке Лакост. Это оказался замок Маркиза де Сада. И это очень круто. Мы увидели, где творились все страсти Жустины, добродетели и прочих, смотри, и прочих пейзажей. Горы. Боже мой, Андрей, посмотри, какие горы и дымка. Снег с дождем, мы едем по горной дороге. На летней резине. Наверняка. Так вот, замок Маркиза де Сада. Там не было ни души, вообще никого. Мы были там одни. И у Мишеньки исполнилась мечта, он один побывал в замке. Мало того, что там еще и в Лакосте самом. Да, и в самом Лакосте тоже людей нет. Я не знаю. Переезжаю. Не знаю, что произошло, но, наверное, можно найти какую-нибудь свободную квартирку и переехать туда. Я думаю, стоит об этом подумать. А 350 метров бифюрке à gauche sur le départemental 3.
Куда мы сейчас? Сейчас мы едем в деревеньку с названием Баньё. Я не рекомендую искать к ней рифму, потому что получится очень неприлично. Но она тоже входит в десяток самых красивых деревенек Франции и Прованса. А после этого мы поедем в порт, и там уже останемся ужинать, обедать, в общем, есть. Так что еще чуть-чуть, а там еще немного и Прованс. И Баньё. И Баньё. Святые Михаил Вильнюса. Я вам покажу, почему это святые. Ресторан Святой Андрей. Не работает. Никто здесь не работает. Ну, завтра у нас Марсель, Ницца, Канны, Лазурный берег, в общем. По пути еще заехать в Авиньон. Заехать в Авиньон, в Марселе съесть буэбес, знаменитый рыбный суп, и поехать в Ниццу, чтобы сказать: «Ой, мы знаем эту вашу Ниццу», и постоять на красной дорожке в Каннах. В принципе, все. А, и еще снять с утра какую-то несколько шедевров. Поэтому встать надо в 7 утра. Записал на камеру. Деревенька Гардиёль. Дождь со снегом, плюс 1 градус. И прекрасные прованские пейзажи. А 350 метров бифюрки лежат на дороге в департаменте 149. Осторожно, коровы. Ух ты, там на горе. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Целый город. В дымке. Город этот, город. Я думаю, это не в дымке, это в облаке. Ты снимаешь? Парам-парам-парам. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Нужно было спуститься чуть ближе. Оказывается, здесь как-то есть. Аббатство. Поедем посмотрим? Ты можешь рассказать про это место что-нибудь? Вообще еще не буду рассказать. Нашел на карте, называется Нотр-Дам, что-то там. Вот, а что дальше, не знаю. Посмотрели, приедем. Где интернет будет, прочитаем, где были. Так, как мы идем вовнутрь? Где все или нет? Машина? Надо понять. Я вас спрашиваю. Только вдвоем туда можно, да? Руку. Странный звучок. Есть предположение, что у них есть какой-то сезон, ну, условно говоря, лето, с мая по, не знаю, ноябрь, сентябрь, по сентябрь, вот, когда у них все работает. А сейчас это так, туристические объекты, которые закрыты. Вот. У них, по-моему, спячка. Они, машины вокруг есть, дома есть, техника есть. Людей нет. Людей нет. Никого нет. Это такой постапокалипсис. Ну да. 95% лаванды в мире производится именно здесь, в Провансе. А вон они, лавандовые поля. Вот там и вот такие дорожки. Дорожки лавандовые. И что мне тоже приятно, знаете, вот в этих деревеньках, вот видите, там вот крест стоит. То есть, ну, как бы, тут
Ну, непонятно. Катакомбы, кладбище. Неважно. Самое интересное то, что... Эй, какой домик вообще такой пусенький. Берял хэппи-мэл? Не знаю даже. Вместе вот книжка. Ну, там кружечка. Кружечка. Часики. Часики? Часики наручные, часики. Часики-то, наверное, отдельно покупать надо. Но посмотрите в этом заказе. Ну, должно быть все как у нас. Ингресс? Здесь, да? Ингресс. Хэппи-мэл нажимать, да? Что, будем хэппи-мэл брать? Ну, да. Хэппи-мэл, вот здесь надо нажимать. А. А книжка, а это... А, книжка. Girlboy. Girl. Меню Maxi Best Of. Большая. Сегодня у ребят праздник. Третья годовщина со свадьбы. И поэтому мы в ресторане McDonald's. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо. Пошли вы оплачиваете. Без проблем. Тем более вы уже заплатили. Ну, да. Столько томата. Да. Мне покажи, какую мы игрушку своим деткам взяли. Ну, только такую нам дали. Выбора не дали. Я уже в интернете. Наш праздник. О, есть интернет? Да. Праздничный ужин. Гранд премиум.